хочется показать ворота ресторана. Вот они какие дугообразные, прекрасные эти ворота. А сейчас Оля там, конечно, ругается. Тут вот мойка. Вот так просто моют автобусы без специальных помещений. Мы высадились. Вот он вид. Вот наш автобус. И мы наконец сейчас будем смотреть эти известковые отложения. Оно называется, это место тоже Памуккале, как и город. Вот там собачки спят. Сейчас я их поближе покажу. Сейчас мы увидим колоссальное сооружение, архаичное. Это что-то потрясающее. Так, ну и посмотрим вообще в целом. Вот наша группа, это Оленька тут стояла. Вот, а здесь посмотрите-ка. Посмотрите-ка, какие горы. Это Натургебит. Мы были допущены, потому что в стоимость нашей путевки входил допуск в этот Натургебит. Это как в пролом у Ильфа и Петрова. Чтобы пройти, нужно, так сказать, отличиться. Покажем панораму. Это место, где когда-то был древний город Хиераполис. Хиераполис — древнегреческий город. Это фригийское поселение.
залитую помогали снять. Вот мы уже поселились во второй комплекс гостиничный. Сегодня мучились долго. Вот. Ладно, один день у нас прилет был, два дня свободное, так сказать, решение, куда нам пойти. И, наконец, два дня помогали. Так вот, сегодня первый день помогали. Я помню, у Матисса, что ли, была красная комната. Это было вообще откровение в живописи. Матисс называется «Красная комната». Хорошо. Четвертая ночевка. Три ночевки были в Белеке. Вот одна всего. Три, моя девочка. Но потом восстановим, я тебе докажу. Главное, что это так и было. Одна сейчас ночевка и три будет в этом, в Кемере. Какая недоверчивая девочка, птичка, говорят. Вылетит. Вот так вот, у Оли балкона, у меня там жалкие два окошечка. Но у нас так всегда, один раз у меня было получше, в Белеке. Сейчас у Оленьки получше. Вот мои два окошечка тут вот по соседству. Но это не важно, важно вот здесь посмотреть, как все прекрасно. Четвертая категория, 4 звездочки. Ну, конечно, мы уже привыкли кое к чему. Ну, ладно. Привыкли так привыкли. Но вообще, мне кажется, это что-то потрясающее. Ничего, везде. Вот здесь особенно большая концентрация. Но больше, наверное, не удастся увеличить. Мамочка говорит, что это махрятинки. Что это... Ах, не махрятинки. А что ж такое махрятинки? Махорка, может быть. В общем, новый вид. Это цветы. Цветы, и вот она открыла. Непонятные науки. Вечером. Приехали, вот сегодня одну ночь переночуем. 4 звезды, конечно, тоже здорово, но у нас там будет 5 дальше. И было 5. В общем, дошли мы до веселой жизни. Вот мамочка, она говорит, что это не махрятинки, а это цветы. Такие малюсенькие цветочки. Поражаться формам. Это ведь тоже похоже на греческую архитектуру. Такие П-образные постаменты. Это не мудрено увидеть. Пожалуйста, сегодня все это было.
старшей, но вот она сделала тепло. Она сегодня была жарко, я весь сгорел, а она в колготках была, в чулках. И по этой жаре ей было холодно, потому что мамочка лягушечка номер 8. Лягушечка номер 8. Так это оттуда, Котя, сейчас я тебе нажму пульт. Все перенажимала. Я поставил термостат на 21 градус. А вот там стрелки посередине, вверх и вниз. Если вверх, то растет температура, термостат. Устанавливает на постоянную. Кисонька не греет, значит, надо доплатить. Доллары, естественно. А как же без долларов? Без долларов нельзя. Сейчас я кисочка закрывай, закрывай, закрывай. Закрывай, закрывай. Закрывай, закрывай, закрывай. Вот эти гефессы очень хорошо, поэтично. Ласточкины гнезда. Сейчас я покажу наконец вблизи. Вот они, вот, можно сказать, здание ведь портят. Но вот какая гуманность у этого народа. Это часть жизни. Часть жизни. Вот такие ласточкины гнезда. Вот. Ну сейчас там, конечно, не сидят, может, птенчики.